Вот такие украшения из финифти в советское время были почти у каждой женщины. Брошки, сережки, ожерелье, часики в виде браслета, ароматницы. Мило, женственно, доступно. Узорчики, букетики на лазоревом фоне – это и есть образ финифти, сложившийся в нашем массовом сознании. Но каждая такая вещица остается эксклюзивной, даже если украшений с похожим рисунком тысяча, ведь все они расписаны вручную. Я с детства любила рисовать. Ходила в художественную школу, потом пришла на фабрику финифти. В то время было сложно сюда пройти, и конкурс был, и отбирали лучших. Так что работаю я 13 лет на фабрике. Но наиболее мне больше всего нравится рисовать архитектуру. Это больше всего, это как-то мой конек такой. Мой сын с классом приходили на фабрику. Конечно, он гордился, подходил и всем показывал маму, и что она пишет, и как пишет. Эта работа уже готова. Сейчас я оставлю свои инициалы и несу в обжиг. Работа готова. Ну, свою первую работу я помню, это еще давным-давно, еще меня отец учил. Занимаюсь я после школы, 33 года уже. Занимаюсь, просто пошла по стопам своего отца. У меня тоже был художник. Ну, я-то в основном цветы пишу, пейзажи. Все это носится, нравится. Приятно, что наша финифть имеет спрос до сих пор столько лет. В 70-х, 80-х годах 20-го столетия финифть цветочная стала в разряде советских дефицитов. Финифть уходила на экспорт. То есть финифть была визитной карточкой в ряду известных русских народных промыслов. Однако начиналась история финифти отнюдь не с женских украшений, а как религиозное искусство. Были и в Киево-Печерской лавре были монахи, которые занимались живописью, поймали. И в Петербурге занимались мастера, связанные с ювелирным производством, миниатюрной живописью. И в Москве, и в Троице-Сергиевой лавре писали, была своя эмальерная школа. И она была, существовала раньше, чем в Ростове. Но для нашего уха устойчивым словосочетанием все равно остается ростовская финифть. Изготовление эмали в Ростове обходилось дешевле, чем, скажем, в Москве или Петербурге. Именно поэтому это искусство здесь сохранилось и процветает, несмотря на то, что технология была сложнейшей и за 250 лет ничуть не изменилась. Когда-то в русских печах, 200 лет назад, обжигалась финифть. Сейчас для этого используют электрические муфельные печи. Ну, а раньше совсем непросто, конечно, было разогреть печь до 800 градусов. Но не в этом была наука. Было искусством удержать эту температуру в рамках, чтобы она не уходила вверх или не сильно не опускалась. То есть в угле убиралась пластина для обжига. Кроме того, что обжечь пластину, нужно было создать самому себе и краски. То есть набивали стекла, добавляли свинца, что было обязательно. Конечно, это очень вредное производство. Плюс металлы. Обжечь, получить вот этот слиток, либо цветной, либо белый, какой было необходимо. Ну и далее растереть его в порошок. На каждой печи обязательно была написана молитва, так как работа очень сложная, и чтобы как можно было меньше брака, да, с Божьим словом трудились мастера. В кладовых палатах под церковью Вознесения были обнаружены сундук с красками и документы, свидетельствующие о том, что здесь, в архиерейском дворе Ростовского Кремля, располагалась мастерская финифти. Относятся эти документы к 60-м годам 18 века, когда на митрополичьей кафедре находился Арсений Мациевич. С его именем и связывают появление финифти в Ростове. Краски тогда закупались на баснословные суммы. Архиерейский двор ничего не жалел для того, чтобы появилось столь удивительное искусство. За основу берется медный лист, то есть вот он металл. Вырубается форма необходимая, она может быть любой. Далее выковывается вручную особым способом для снятия напряжения металла. И покрывается эмалью. Что такое эмаль?
Эмаль – это разновидность стекла, особый вид стекла с добавлением свинца. Сейчас его производят в промышленных масштабах, то есть мы их закупаем уже готовые, эти слитки. Ну, а раньше мастера сами для себя их изготавливали. Здесь, на фабрике, они перемалываются до состояния порошка. Этим порошком покрывается эта медная заготовка. Сначала с внутренней стороны посыпается тонким слоем и в печь. Температура обжига порядка 1000 градусов, но в печи находится недолго, буквально 1 минуту. Эмаль расплавляется и впекается в металл. Далее с внешней стороны в несколько слоев посыпали в печь, вынимают следующий слой. И так 2-3 слоя, не меньше. На Русь эмаль пришла из Византии, поэтому русское название эмали «финифть» происходит от греческого «фингитис», что переводится как «блестящий камень». Действительно, эмаль обладает удивительной яркостью, особой прозрачностью и чистотой. Вот такую белую, блестящую эмалевую поверхность художники получают для росписи. Мастера называют ее бельем. А вот как она выглядит в итоге. Казалось бы, все очень просто, а нет. Для того, чтобы получить такой рисунок, мастера прописывают его несколько раз. И после каждой росписи отправляют в печь для обжига. Именно поэтому финифть называют искусством, рожденным в огне. Так, начальный этап работы. Берется пергамент. Так как он непрозрачный, мы его можем сделать более прозрачным. Просто намазать машинным маслом. Становится более прозрачным. Так, вот видно, да? Вот, у нас более прозрачная вещь. Возьмем икону Николая Угодника. Переводим. Все началось, конечно, с отца. Он окончил Федоткинское училище по классу Ростовской финифти. Мне нравилось то, что он делает. У меня уже была мысль в школе в первых классах, что я буду художником. Надо было зарабатывать деньги. Отец и сказал, не хочешь ли попробовать сделать что-нибудь на финифте? Вот, и я сделал. Вот, сейчас будет видно уже. Таким образом, остается у нас рисунок. Так, берем карандаш мягкий, переворачиваем картинку нашу и начинаем потихоньку заштриховывать. Отец был очень шокирован от увиденного. Он даже пригласил своего друга, чтобы они посмотрели. Я не помню, мне, по-моему, они этого не говорили. Прошло много времени, и он сказал это мне, что первая эта работа мне очень понравилась. Берем пластину. Видно. Пластина должна быть чистая. Вот сейчас я ее брал, как-то трогал. Ее надо обязательно протереть. Может, что быть. Когда краску наносишь, в этом месте она может просто не накладываться, а съезжать. Вот таким образом. Вот эта пластина должна быть всегда очень-очень чистая. Теперь берем скругленную иголочку и начинаем по тому же рисунку продавливать его. Обводить. И вот здесь главное не забыть, что переведено, а что нет. Все, убираем. И здесь остается рисунок. Надо обязательно подумать, все ли перевели. Вот что получилось. На пластине остался графитовый рисунок. Теперь мы можем берем кисточку и начинаем его потихоньку обводить цветной краской. Делать контур. Так, теперь можно приступить к письму. Берем кисточку. Так, это у нас охра. Можно делать рисунок как набросок, в виде наброска, а потом уже отрабатывать его все детали. Я начал как вот с ростовских цветочков. Потом были какие-то и портреты, и пейзажи. Я счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом. Так, вот, собственно говоря, что у нас получилось. Так, теперь я ее понесу в печку обжигать.
Есть 50 людей, раз обжигают. Просто потому, что там приходится так делать. Иногда цвета не могут друг с другом рядом лежать. Ну, чтобы они не слились, вот сначала один цвет обжигается, потом второй. И так вот поэтому количество обжигов может увеличиваться очень сильно. Все. Рисунок закрепился. Пускай остывает. Возможности для росписи эмали безграничны. Это не только цветы и пейзажи, это портреты и более сложные по замыслу картины. Пушкин с архитектурой, да, это достаточно сложное сочетание, чтобы портрет и архитектура вместе, очень, если это еще и гармонично смотрится, и хорошо, качественно написано, это интересная сама идея. Работу я назвал «Пушкин сквозь призму времени». Я как бы представлял, что сам Пушкин, он ходил по тому месту, что он есть, что он никуда как бы не делся, стихи его, он живет, он живой. Мастера-финифтянщики всегда работают в тандеме с ювелирами. Ювелирная работа – очень трудоемкий процесс. На сложную вещь иногда уходит несколько месяцев. Красота требует огранки. Взгляните, какая изящная ткань обрамляет эту брошь. Ювелир берет обычную проволоку, серебряную или медную, нарезает ее мелкими кусочками, затем пинцетом аккуратненько наносит проволочку на обычный листок в клеточку, составляя рисунок. Это так называемая наборка. Она посыпается серебряным порошком и в огонь ее. Бумага и клей выгорают, остается готовая оправа. Моя первая работа – это была бижутерия. Это были серьги «Маргаритка». Это было 17 лет назад. Ну, все приходит с опытом, со временем. От сережек «Маргаритка». Про это прошло очень много времени, очень... Такой этап сложный был, трудоемкий. Чтобы научиться всему этому, пришлось много поработать. Ну, интересная, творческая работа. Каждый раз что-то новое. Бывают, конечно, повторения. Особенно мы любим, когда нам новое дают что-то в работу. Ну, у меня с детства такая тяга все к красоте. Когда я была маленькая, у бабушки иконы в углу висели. Я на лавочку скамеечку ставила, забиралась. Эти иконы разглядывала. У меня эмальером работал отец. Так что я на фабрике, можно сказать, с детства. Когда я увидела, как из проволоки набирают всякие красивые такие узоры, меня это очень покорило. Поэтому я так и осталась здесь работать. Тяга к красоте передалась по наследству и дочери Алевтины Мальгиной, и ее внуку. Все они мастера-филигранщики ростовской финифти. Я была еще маленьким ребенком, приходила к маме на работу, помогала ей клеить мелкие детали, зернь. И так вот я привыкла и решила стать ювелиром. Работаю где-то 20 лет. Мой сын тоже пришел на фабрику. Также маленькими помогали мне и решили тоже стать ювелиром. Ну, вообще я сам мать попросил сюда, чтобы я пришел. Она говорит, ну, так-то здесь сложно работать, ну, вообще. То, что, ну, здесь ответственная работа, в общем. Но я, ну, не боясь этого, говорю, давай, я тоже хочу этим заниматься, тоже все делать. Научила меня мама работать. Сейчас, ну, был учеником, сейчас уже мастер-ювелир. Мою маму сюда, в свою очередь, привела бабушка. И сейчас она еще до сих пор работает. И дай бог ей еще много работать здесь. Ей и украшения придумывала, и иконы, и набор. Правда, это из меди, ну и серебра тоже. Это моя авторская работа, вот. Если можно представить, вот так вот она будет выглядеть. Ковш Эллада называется. Бывает, приходит вдохновение ночью, приснится что-нибудь. И это я могу применить в своей работе.
Хотелось бы мне сделать очень красивую шкатулку, мечта моя, большую. Хотелось бы вообще делать какие работы, иконы, например, там, ну, вообще большие работы, такие как книжки раскладные, там, с иконами тоже. И вообще большую посуду там, ну, в основном большие, вот такие, чтобы там было много работы, много узоров. Сверстники не верят, то, что я сам сделал это. Они говорят, то, что это, наверное, твоя мама сделала, а ты просто нам, ну, врешь, показываешь. Нет такого, что мы останавливаемся на одном месте. Мы все время что-то думаем, растем и учимся постоянно. Я всю жизнь здесь проработала, уже вот 48 лет. Никогда не жалею, что я освоила эту профессию. Ну, поэтому я... Моя работа любимая мной. Значит, я счастливая в этом смысле. Весь этот рисунок собрал ювелир из серебряной проволоки. После того, как закончилась наборка всего этого рисунка, получаются вот такие потрясающие изделия, полированные внутри до блеска, до зеркала. Такие вещи делаются, конечно, на заказ. И каждый абсолютно эксклюзивен. Необычайная нежность и блеск финифти достойны красоты русских женщин. Не случайно корона и диадемы, украшающие победительниц конкурса «Мисс Россия», выполнены в технике филиграни с использованием украшений из финифти и камней. Люди покупают и носят финифть, и передают ее своим детям и внукам. Яркие, сочные краски финифти не потускнеют ни через 100 лет, ни через 200. Время над финифтью не властно. Она вечна. Финифть не боится яркого света. И вода не причинит ей вреда. Есть у этого рукотворного чуда только одно уязвимое место. Хрупкость. Не дай бог уронить. Все. Реставрации не подлежит. И вот такая история с наперстным крестом, в который была вставлена пластиночка Мощанского. Она сломалась, и художнику заказали новую, а потому что реставрировать эмаль было невозможно. Если по проистечении какого-то времени эмаль, расписанную, вставляется в горн печи, то краски начинают себя вести просто непредсказуемо. Поэтому шли таким путем. Расписывали по образцу старой, писали новую пластину в размер, в цвет, по образцу. Таким же образом поступили здесь. Поэтому здесь представлено два экспоната для одного и того же наперстного креста. Одна пластина без оправы Мощанского, а вторая пластина, написанная по подобию этой пластины, но уже в оправе. В 1958 году финифть принимала участие в выставке международной в Брюсселе, и она завоевала золотую медаль. Это подстегнуло мастеров, это дало ей общественное призвание и, можно сказать, даже путевку в жизнь. Еще в далекие советские годы я морочил голову, учась в школе своим родителям, что мне хочется иметь свою художественную галерею. Когда я писал диссертацию в научно-исследовательском институте НИИ «Графит», наукой в те годы было заниматься очень сложно. И тогда мне в голову пришла моя старая детская, можно сказать, идея о создании художественной галереи. Дмитрию Волкову удалось объединить художников и мастеров, которые продолжили традиции московской и петербургской школ эмалевой миниатюры. Эти школы отличаются вниманием к деталям, почти ювелирной росписью. Впервые в истории мастера создали уникальную коллекцию настольных ламп, украшенных эмалью. Вот я сижу, например, на мой взгляд, за красивым чайным столиком, декорированным копиями фламандских натюрмортов. Натюрморты выполнены как раз в стиле миниатюрной живописи на эмали. Несколько лет назад я придумал вот эти часы. Мне хотелось сделать не просто какие-то маленькие часы, а достаточно крупный предмет,
Ну вот здесь была реализована идея небольшого комодика в этих часах. И это часы и своеобразная игра. Я решил здесь сделать открывающиеся дверки, чтобы сюда можно было что-то положить интересное. Вот здесь вот ящичек, куда можно положить ключик, а может быть какой-нибудь тайный предмет. Эмалевые миниатюры могут служить восхитительным украшением предметов интерьера и мебели. Видя такую тонкую работу, люди вздыхают. Умели же раньше делать. Но все это сотворено руками сегодняшних мастеров. Несмотря на все разнообразие изделий из финифти, эмальеров сегодня, как и в прошлые времена, неудержимо влечет вечная религиозная тема. Православная архитектура занимает большую часть моих мыслей и желания писать именно это. На ящике с красками, видите, у меня стоит такая работа, лик Иисуса Христа. Однажды в детстве я увидел что-то подобное просто на заборе. Такое было явление. Может быть, это уже фантазия, может быть, не фантазия, но я увидел лик Иисуса Христа. В голове очень долго носил этот образ. Он как бы проявился, и как бы его нет. Вот нечто подобное я увидел. Легкая-легкая дымка и образ, лицо Иисуса Христа еле-еле заметное. Вот нечто подобное я попытался изобразить. Одна из наших крупных первых работ икон, икона 12 праздников, где показаны самые большие праздники году православные. Первую работу этот экземпляр делали целых полгода. 3 месяца писал художник, она многочастная икона. И также 3 месяца ювелир делали, переделывали оклад, чтобы создать не просто икону, не просто вещь, а произведение искусства. Так вот, наши мастера, они как ниточку вот эту вот возрождают. И сейчас современное состояние в этом направлении можно назвать как своего рода возрождение. И вот как пример может служить вот икона, выполненная в технике расписной эмали Паскани. Но здесь не только убранство эмалевая риза, но и сам образ, он тоже выполнен в технике живописи по эмали. К 2000-летию христианства создано монументальное панно, которое мы назвали «Молитва о России». Это произведение не икона. В общем-то, можно сказать, что это светское произведение на религиозную тему. Главным символом произведения является патриарший клобук, на источниках которого мы изобразили миниатюрные эмалевые портреты всех российских патриархов, начиная с момента образования патриаршества на Руси в 1589 году. И в центре панно мы изобразили портрет святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II в зеленой мантии правящего патриарха, каким он и являлся в 2000 году. В лобной части клобука мы поместили портрет Господа Иисуса Христа. Это список с иконы иконописцев Оружейной палаты Московского Кремля, достаточно редкий образ Спасителя. Идеологически сам Иисус Христос в образе великого архиерея символически благословляет все российское патриаршество. Красота и настроение мгновения, запечатленные на века, это и есть финифть. Мне хотелось именно рисовать какой-то миг, как на фотографии, когда смотришь, иногда красивый кадр, красивая картинка, вот, она мгновение какое-то, и остается красивый момент настроения. Мне хотелось именно передавать вот реализм такой. По словам великого Леонардо да Винчи, если бронзовая скульптура долговечна, то живопись на эмали вечна. Эти слова великого итальянца являются самой точной оценкой уникальных свойств художественных эмалей. За таким столом, инкрустированным миниатюрами из финифти, и под такой лампой хочется писать гусиным пером на красивой бумаге и слова подбирать
яркие, страстные. Ведь огненное письмо мастеров Финифти вдохновляет и обязывает.